Да, давай. А сейчас вы видите нашего чемпиона. Его зовут Ярослав. Здравствуйте, Ярослав. Здравствуйте. Телекомпания «Семейное видео». Скажите, пожалуйста, как вам понравилась ли организация соревнований? Да, очень. Очень понравилось. Расскажите нам, пожалуйста, как прошли схватки, как вы себя чувствовали? Нормально, но немного устал. Хорошо, расскажите немножечко о нашей первой схватке. Мы видели, что ваш противник был очень активный, очень быстрый такой, юркий. Как вы с ним справились? Не знаю, я взял его вот так это и решил кинуть его вот так. Ясно. Как называется этот бросок? Арайгоши. Арайгоши. Ты провел арайгоши и после чего сделал удержание, да? Но до этого мы видели, что он вас немножко потрепал. Вас нужно было немножечко раззадорить, я так понял, как настоящего льва. Да? Продемонстрируйте нам наше первое место, вашу золотую медаль. Одну секундочку. Да, она прекрасна. Я вам даже немножечко завидую, Ярослав. Но вы теперь самый сильный парень на районе, да? Угу. Ясно. Хорошо. Ну и папина гордость. А это мать прекрасного спортсмена. Мама, что вы скажете, как вы... Что вы нам сегодня можете рассказать о подготовке вашего сына? Как проходила подготовка все эти месяцы? Готовились усердно, ходили на тренировки, старались не пропускать. Кушали, отдыхали, бывали на свежем воздухе. Мама, конечно же, переживала, наверное, больше, чем кто-либо. Ясно. До сих пор руки болят. Ясно. В общем... Очень горжусь и очень хочу сказать, что он молодец. Ясно. Ну а папа хочет сказать, что... Значит, папа гордится своим сыном. Значит, наши пацаны растут. Мы послушали сегодня нормально гимн России. И именно поэтому мы хотим эту победу посвятить кому? России. Скажи, Россия. Россия. Итак, а также нас очень-очень воодушевила победа наших хоккеистов. Правда? Угу. Скажи, красная машина. Красная машина. Отлично. Покажи золотую медаль, скажи. Мы посвящаем эту медаль русским, России. Она присоединяется к золоту нашей страны. Мы посвящаем эту награду России. Она, это золото и... Посвящается золото стране. Посвящается золото стране. Отлично. Я, блин, вас видео могу говорить.